И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, с Дима Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас хоррор. Диманчик, поздравайся. Всем привет. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Диман, честно, я не помню, как называется эта карта, так что говори ты. Ну, карта называется вроде как 524, вон, смотри, на стенку посмотри. Угу, точно, да. Ну что, Диппер, кстати, готов? Подождите вас, я заметил, во-во, видел чувака? Да, Гошник какой-то вылазит. Да-да-да. Я наблюдаю за тобой. Отлично. Боишься, Димон? Да, чуть-чуть страшно. Я тоже. Так. Но это все-таки хоррор-карта, как-никак. Mm-hmm. Вот там трупяк валяется. Там челик сидит, смотри. Да, там сидит, а тут лежит, смотри. Не открывайте эту дверь, Димас, написано тут. Все, я думаю, я согласен, Димас, с этими надписями. Мне кажется, они потом еще откроются. Я, пожалуй, не буду открывать. Получается, мы как сбегаем. Это мы тоже были в решетках этих в тюрьме. И, уго, у тебя тоже? Да-да-да. Enter. Нажми Enter, нет? Да не. Нет. А чё Enter загорелось? О. Кстати, я к тому чуваку не хочу возвращаться. Прикиньте, клетки откроются, и тот чувак откроется дверь, и он нас потом сожрёт. То мне еще потом приснится, ну нафиг. О-о-о. Мне больше пугает эта надпись, не открывайте дверь. Ой. Диман, иди вперед, давай, ты ловишь скример первый. О! Ого! Кстати, мы проходили вроде эту карту или похожую проходили? Похожую, наверное, все-таки проходили мы. Ну ничего страшного, даже если проходили, еще раз, всякое может быть. Там мы уже много карт прошли с Диманом, найти уже какую-то классную для вас очень сложно. Да, мы столько карт уже облазили, если честно. Что за говно, где я? А что это? Не знаю. О! О! Мне кажется, все-таки мы проходили эту карту. То будем проходить еще раз, ничего страшного. Вроде как она обновленная, нет? Не знаю. Написано, что популярна за эту неделю. Значит, она новая, все. О. Это нам показывает, куда нам идти. Да, да, да. Сейчас дверь сзади появится, смотри. Слышишь? Во-во-во. Во, видишь в телевизоре. Во, мужик, легче. Это тот. Опа, что-то нам скинули. Ключик, Димон. Ты тихо, его тихо. Отпинал куда-то. Я взял ключ, Димон. Вон дверь, да, открылась, идем. Давай, ты вперед. Музыка стрёмная появилась. Да. И чё, и куда? Здесь. А вот впихни какую-нибудь дверьку. Сюда. Пускай будет сюда. О, вставил сюда. Ключ, Димон. Да? Работает? Чё-то я подзавис. Заходи, заходи, Димас, не бойся. Во, круто здесь. Это, Димас, ремейк на эту карту будет у нас. Да, потому что измененные текстуры. Тогда даже и освещение поменяли все. Какую-то какашку красную нашел. Нормально, ты взял все-таки. Смотри, понюхай, Димас, понюхай. Фу, она воняет. Ребята, ставьте лайк за хорошее настроение. У нас Диман сюда. Нам нельзя записывать ни хоррор, ни грустно, а нам только веселье надо. Да, ой. Давай сюда вставлю. О, Димон, вставилась! Да в смысле? А куда она тут ставилась? А здесь металл, и, типа, что-то мешает нам. Тут металл мешает, я понял, пойдем. О, твоя любимая, иди. Что-то у меня с головой не так, походу, стало. Все нормально у тебя с головой. А, хорошо, спасибо. Ну я не знаю, посмотри в зеркало, может, все-таки. А я за Диппера играю, да? Да. Так, мы какие-то порталы открываем, сейчас мы тут наоткрываем. Все, прошли, Димон. Вот, четвертый нажимаем. Давай, все нажимай. Не нажимается четвертый. Блин, сломалось. Вот как всегда. Надо правильно включить в правильном порядке. Ну давай, нажимай. Так. Это вода. Это земля. Это металл. Ладно, включаем все подряд. Это дерево. Дерево, это хорошо, дерево очень нравится. А ну давай, Димон, я эту последнюю включаю. Нет, неправильно, нет, давай нет. Сначала смотри, сначала идет вода. Давай вода. Вода. Потом идет земля. Да, хорошо. Потом дерево. Потом идет дерево. Дерево, вот оно. Давай, дерево. Не нажимается. И потом идет металл. Металл, давай, работай. Не, нифига, Дима, неправильно. А может наоборот? Да, может земля идет. Нажимайся. Да, ребята, это сложно. Вода идет. А мы сейчас пройдем, тут вариантов-то немного. Дерево. Так надо в правильном порядке.
Что не нажимается? Непонятно, с какого именно надо начинать материала, понимаешь? Вот. Все, прошли. Вот. А нет. Не, не прошли. Ладно, фиг с ней, пойдем дальше. Да не, по-любому надо, Димон, пройти. Тут подсказка есть. Да подсказывай давай, я не хочу. Не, Дима, надо пройти по-любому, ты чё? Я сейчас, подожди. Ну давай. Я сейчас, короче, посмотрю, что здесь. Может, тут где-то подсказка есть. Да, я пока понажимаю. Так, земля. Чего? Вода. Так, тут болото. Чё не нажимается сразу? Вот что это? Куда это? Ну, металл. И дерево. Ой, лучше закрою это дерьмо. Димон, я прошел! Кого? У тебя надпись высветилась желтая? Нет. А, ну, значит, пойдем. Не прошел. Молодец, Димас, пойдем, пойдем, пойдем. Да пойдем, ты уже все пооткрывал, молодец, пойдем. Ну что-то высветило желтое. Сейчас мы все. Вот смотри, тут какая штука открылась. Во! О! Мы что, сбежали сразу же? Нет, что-то я подзастрял. Я тоже подзастрял, но мы вышли. Мы с какого-то сейфа вышли, кстати. Да, это сейф. Ну пропишу стоп-сон, мне кажется, музыка зациклилась или нет. Сейчас проверим, ребят. Не, музыки вообще нету, Димас. А у меня есть. Откуда? А что там? А я не знаю. Это как-то, наверное, на одного расчета. Надеюсь, она была не зацикленная, и все будет норм. Да все отлично, Димас. Если мы эту карту записывали, то... Ой, там портрет стрёмный. Опять я ногой бью всех. О, похоже на моего кента. Нет. О, там челик стоит, тот черный, за который за нами следит, смотри. Давай его пну, может. Ага. Да. Смотри, чтобы он тебя не пнул. Дружбана похожа, ничего себе. Во, смотри, какой красавчик. Димас, уверен, что у тебя такие друзья без... Смотри, на голове у него что сидит, крыса какая-то? Я не понимаю, что это. Смотри. Ого, вы чё кричите? Пистолет, Димон. Ой, а, чувак застрелился. Вроде. Да, чувак, жалко. Дверь тебя, открылась. Еще одна. Хорош, ты был человек. Тут чувак горит на диване. Это он вообще-то не горит, а загорает. О, Димон, это выход? Машина! Ууу, ты видел, как я отошел в последний момент? Вы что, чокнутые посреди ночи? Блин, я даже немножко вздрогнул. Отлично. Ой-ой-ой. Вечно ржет с меня, да? Опыты. Ой-ой-ой, опять нас что-то колдуют. На мне по голове доской. А, давай выйдем отсюда. Пойдем. Вот к этому. На! А что за звук был страшный? Тут чувак прям передо мной вылез прям. Во мне аж, можно сказать. Ух. Так, Димон, сейчас будет скример, смотри. О, чувак греется. Давай, Димон, Димон, сзади тебя, не упади. Не упал. Димон, как это, я забыл, эта штука называется, там, где загорают в ней. Димон, ты куда? Что за жопа? Ты пэкни к себе. О, о, с нами эта штука полетела. Димас, тебя как... Вставляй, вставляй, я сзади. Во. Что-то открылось, да? Вот эта дверь открылась, Димас, вот она. Заходи. Идем, иди. Я, что ли, должен? Да, иди, 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 не ссы. Точно? Да. У тебя, блин, такая улыбка. Иди. Отлично. У тебя улыбка просто... На! Ого, меня Димон откинуло. Кстати, Димас, я даже не испугался, прикинь. И что ты там будешь делать теперь? А, выйти. Ничего. А все, нам уже сюда не надо, прикинь. Прошли эту часть, эту теперь. А в чем смысл? Мы открывали дверь, чтобы нас напугали. Ну да, чисто поржать. Гениально, просто гениально. Здесь что? А здесь что? О, рамку, значит надо вставить рамку. О, черную. О, мне ты пэхнула, Димон. Так, а меня забыли, походу. Меня, как всегда, где-то забывают, я уже привык. Сюда же и ты пэхнула. Так, спец. О, телек, кстати, мы тут телек... Плохо ловит, ударь его по голове. По голове, ничего себе, у меня бы еще руки были, я бы ударил. Короче, говорит, я свободен. Блин, что за фигня тут передо мной? Ого, тут кишки. Димас, а ты куда? Ого, я папайрус, я сам себя испугался. А я, дай посмотреть на себя, на красавчика. Блин, я даже себя не вижу, то я весь черный. Так, что-то с картой не так, Димас, походу, да?
Не, все правильно. Но она как-то теперь красный туман здесь какой появился, да? Ого, смотри. Красненький туманчик тут всякое. Димыч, опять будет машина ехать. Опять машина тебя собьет. Так, челик лежит. Так. Челик бежит и пойдем, Димас, пойдем, пойдем. Вот. Оп. Вот. Оп. Так. Ай, опять меня скинуло вниз. Так я не да понимаю. Да что за говно? Что за суть вообще непонятно. Кнопку нажать надо, Димон. А не. Что-то нам не хватает, я понял. Чего-то не хватает. Давай отпилим доски, короче. И ничего. Тут, короче, ничего. Вот, нам все. Нет. А, главная дверь открылась. Мы вообще слепые, Димас, с тобой. А, пошли. Капец, мы слепые. Я бегу, Димон. Я бегу. Это лабиринт. Давай исследуем лабиринтик. Сейчас пройдем. Так, это не тупик. Это тут тупик. Кнопки. Нажимай, нажимай. Нажал. Так, не хватает мощности. Нужен генератор, Димас, я понял. Ищем, ищем. Ищем. Ой, здесь картина прикольная. Не-не-не, сейчас не до картины. Не прикольная. Так. Здесь. Так хочешь, как будто поменялся лабиринт, не? Может быть. Прикинь, на ходу меняется, офигенный лабиринт получается. Так, это уже стихи какие-то у меня. Еще одна картина. Давай. Давай дальше. О, генератор запустил. Отлично, Дима, нажимай. Так, возвращаемся к той штуке, которая где-то там. Веди давай. Я не помню. Я не помню тоже, вроде сюда. Так. Так, давай сюда. Слышишь, какая-то колокола какие-то пошли. Еще одна бутылка катится какая-то. Не, как будто, знаешь, такие там. О, нашел. О, отлично. Нажал? Чё-то не работает, Димон. Не, мне кажется, все засветилось, работает, Димас. Я короче, думал, теперь ищем дверь, которая открыла вот эта штука. Давай, ищем дверьку. Ищем. Сейчас вот скримеры будут, я уверен. Я хотел только сказать, где скример? Слышишь, кто-то ходит? О, это по нашу душу. Чавкает, чавкает кто-то там, кушает. Это, может, кто-то кушает? Да, кто-то проголодался, однако. Так, тут тупик полноценный просто. Запутали нас. А, да что ж такое? Так, я понял, нам сюда вообще не надо возвращаться. Тут, мне кажется, обрыв какой-то. Нет, не обрыв. В общем, в эту сторону вообще можно не ходить уже. Давай да, здесь. Там пусто. Как пусто. Так, давай сюда. Ага, картина. Нам тоже сюда можно уже не ходить. Во! Наконец-то нашли. На левую сторону теперь можем пойти. Отлично, дам тебе больше доступа. Так, сюда, 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 сюда. Вот это намудрили. И тупик, отлично. О, что-то есть. Слышишь, слышишь? Димас, я боюсь. Да не бойся. Тут реально какая-то чепуха творится. О, нашел, Димон. О. Отлично. Фух. Ух ты, блин, испугали меня. Во. Прошли, что ли, Димончик? Да, смотри, впереди там, походу, сапоги какие-то держат люди. Какие сапоги? А, я в черный экран смотрю. Сапоги. Ой-ой-ой. Блин, а красиво здесь. Димас, о, о. Димас, иди ко мне. Во. На тебе. Вот это хоррор пошел. Это что, продолжение хоррора? Наверное, продолжение. Это хоррор в хорроре, короче, отлично. О. Димас, знаешь, типа прикол такой, Димас, смотри. Открывай дверь, Димас. Стучись, стучись ко мне, стучись. Здрасте. Я в доме появился. Церковь какая-то. Церковь. Подоконник. На! Видел там, за тебя кто-то был? Ну нафиг, еще пугаешь меня. Вот, вот под низом красная. Красный. Да, берем. Есть, забрал. Две. А, надо собрать. Так, давай сюда. Давай, заходи. Так. Ой, а здесь ищем уже здесь. Необычно все так. Нажимай радио, послушаем. А, это что, из нашел? Half-Life, слушай. Это из Half-Life, Димас, слышишь? Я понял. На меня шкафом, за что? Вот это меня прибило.
Димас, откуда вообще тебя шкафом убило? Шкафчиком. Так, я тебя тут жду. Блин, а меня-то... Тебя тоже, да, убило? Да. А меня, блин, еще загасило. Ты пэхни к себе. А, вот так вот, да? Ага. А все. А походу нас этот шкаф будет терроризировать, я так понял. А, наверное, должен убить нас все равно. Да, видишь? Бешеный шкаф, что ли? Ты видел это? Кнопка упала, Димон, сверху, я увидел. О, отлично. Последняя осталась. Так, вот это, вот это, вот это. Заходим. Так. Я это помню, Димас, я это прекрасно помню. Здесь еще будет сражение с зомбаками. Ничего себе. Нам дадут тут пушки, и мы будем сражаться с ними. Так давайте. Так, я тоже хочу такое, я тоже человек. Давай сюда. Так, это у нас что? Паркур какой-то мастерский. Давай вниз спустимся, Димас. Давай. Давай тут посмотрим, поисследуем, что у нас не так. Короче, ничего. Где-то здесь что-то должно быть. О, нашел, вот, Димас, подвал. Трупанщины плавают. Не-не, подвал, иди сюда, вот тут, сзади. Вот, да. Ого, тут кишки, скелет, Димон, есть. А, мы за маками даже не сражались тут, офигеть. Давай. О, как классно. О, это мы уж в аду. Как... Это реально эпично. Как... А... Ух ты, аккуратно, мужики, мы просто идем по хлеб. Да, не трогайте, пожалуйста. Площадка и телевизор. Вон мужик стоит, Димон, смотри, он идет к нам. Слышишь, у меня тут перцовый баллончик, не подходить. А, блин, он же в маске. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все пока!